ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και πάλι βεβαίως την Αναστασία και τη συγκλονιστική ερμηνεία της και να επανέλθουμε στην Ολιβέρα Ριαλά, η οποία Ολιβέρα αποφύτησε το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και συνέχισε τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία Franz Liszt στη Βουδαπέστη. Έχει, όπως είπαμε προηγουμένως, διακεκριμένη καριέρα ερμηνείας και έχει περιοδεύσει σε όλες τις χώρες, σε πολλές χώρες της Ευρώπης και βεβαίως μεταξύ άλλων την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έπαιξε αρκετές φορές το Carnegie Hall. Μεταξύ άλλων δίδαξε σε Masterclass το 2005 στο State University of New York College στο Old Westbury. Еще раз благодарим самую очаровательную диву сегодняшнего вечера, конечно, после Татьяны Ступак, на мой взгляд, да, Анастасию Максимову, получу я сегодня на орешки от жены. Приглашаем скрипачку Оливеру Риалс. Оливера окончила Белградский университет и продолжила обучение в музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште. Она преуспела в исполнительной карьере, гастролируя по всей Европе, Китаю и США, где несколько раз играла в Карнеги Холл. Она была преподавателем скрипки в музыкальном колледже университета Нью-Йорка и преподавала с 2001 года в консерватории Лонг-Айленда, где была назначена президентом струнного факультета с 2002 по 2004 год. Проводила мастер-классы в 2005 году в Государственном университете Нью-Йорка. Она также является основателем фабрики искусств в Белграде. Сегодня она продолжает свою карьеру в качестве исполнителя и преподавателя на Кипре. Встречаем Оливеру Риалс на этой сцене, друзья!
Ευχαριστήσουμε και την Ολιβέρα.